Привет! Наверняка вы встречали людей, которые добровольно лезут в прорубь или ледяную купель и вылезают довольными. Метод Вима Хофа включает в себя работу с холодом, и у многих это вызывает недоумение. Как это так, входить в ледяную воду на несколько минут? Наверняка они просто психи, думаем мы. Ведь нас всю жизнь учили, одевайся теплее, бойся простуды. Все дело в том, что холод — это не наш враг. Это та стихия, из которой мы эволюционно вышли. Мы сидим в прохладном офисе, едем в прохладной машине, закутываемся в теплую одежду. Мы перестаем потеть. Все это привело к тому, что наш теплообмен нарушен. Наши сосуды становятся слабыми, а нагрузка на сердце усиливается. Когда мы погружаемся в холод, а затем выходим из него, тысячи мышц, сжимающих и разжимающих сосуды, тренируют нас. По сути, это активация кровотока. А это и есть жизнь. Вим называет это сосудистым фитнесом. Заходя в холод, мы испытываем стресс, но мы не боремся с этой стихией, а принимаем ее. Мы становимся ее частью. И это делается концентрацией ума или майндсетом. Мы способны управлять реакцией на холод, но делает это именно наш ум. Так мы учимся реагировать на стресс в обычной жизни. Работай с холодом по методу Вима Хофа, соблюдай технику безопасности, и ты поймешь, твои возможности почти безграничны. Хватит думать. Просто попробуй. Сезон начинается.